Дорогие друзья, всем привет! Я Лёха Колесников, и, собственно, как и обещал, что буду с вами постепенно делиться своими новыми дорожными приключениями. Не так давно я для себя открыл тематику дорожной езды на мотоцикле. За свои там 15-20 лет в мотоспорте я никогда не ездил по дороге. Первое, на это никогда не было времени. Второе, я считал и считаю до сих пор, что это реально опасно. Вот, поэтому, но тем не менее, такой сейчас у меня фаза в жизни сместилась, мне захотелось попробовать, я езжу на BMW R9T, супер кайфовый мотик, вообще кайфую от дороги, как бы не так часто, но прокатиться с друзьями всегда здорово. Вот, и я хотел бы сделать несколько обзоров на тему вещей, на тему экипировки. Если, например, фристайл мотокросс, мотокросс для меня абсолютно понятная тема, дорога абсолютно новая, неизведанная для меня струя. И здесь, собственно, я вот сейчас тестирую по ходу, да, смотрю, что мне нравится, что не нравится, что мне подходит, что не подходит, что действительно работает и нужно, а что может быть и не очень. Вот, собственно, первое, да, для меня супер важен внешний вид на дорожном мотоцикле, потому что, понятно, для меня это не соревнование, не спорт, а средство передвижения. Я могу поехать куда-то на тусовку, могу поехать на встречу, могу просто поехать в выходной день покататься, да, при этом, при всем, я должен быть защищен, но при этом чувствует себя комфортно, да, то есть как бы вот начиная свой разговор с предмета джинс, да, казалось бы, на вид вроде обыкновенные джинсы, это не обыкновенные джинсы, это джинсы Alpinistars, это мотоциклетные джинсы, они выполнены из суперпрочных материалов, если их вот трогать на ощупь, в них очень много вставок, очень плотная ткань, в случае, не дай бог, скольжения, падения или еще чего-то, разумеется, они не сотрутся так, как сотрутся ваши обычные брюки. Плюс ко всему, здесь есть вставки, да, точнее, не знаю, как их там расчехлить, добраться, вот, здесь есть силиконовые вставки, которые в коленях, да, то есть, если, не дай бог, где-то ткнулись, там, упали, подскользнулись, споткнулись и ударились коленом, то они работают как точечный удар, да, то есть, как вот моментально материал дубеет, и, собственно, ваши ноги, ну, хоть как-то, но защищены. И вот, ну, они, разумеется, бывают в разных цветовых гаммах, там, синие, коричневые, черные, там, совершенно разные. То есть у меня все по классике, все черное. Вот, джинсы Alpinistars. Супер плотная ткань, я не знаю, есть кевлар или нет, я не сильно разбираюсь, но очевидно на ощупь, что это они прям тяжеленькие такие. Вот, но при этом сохраняют обычный внешний вид. Я совершенно как бы вот так вот, в таком прикиде, в таких кедах. А если, например, взять ботинки MCP, то, в принципе, можно вообще, да? То есть это тоже мотоциклетные ботинки, мои любимые на самом деле. Вот. Alpinistars, конечно, немного удобнее, но вот это вот прям стиль и кайф. Для моего мотика и для моего стиля это очень подходит. Поэтому вот в таком вот прикиде, собственно, ты в полной защите. Ну и, честно говоря, выглядишь как человек, может повседневно передвигаться без каких-либо проблем. Потому что часто вижу, когда ребята приезжают на встречу в этих кожных комбинезонах, все спотевшие, замыленные, ну как бы такое. Для меня как бы этот формат не очень приемлем. Вот, собственно, джинсы – один из элементов экипировки и лайфстайла дорожного мотоцикла.